нас ажиотаж не вызывает, если мы близко. Уважаемый господин министр, дорогие коллеги, мы рады вас приветствовать в Москве. Ценим российско-португальские отношения, которые имеют глубокие исторические корни. Estimado senhor ministro, estimados colegas, tenho um enorme prazer de recebê-lo em Moscou. Nós sempre apreciamos as relações bilaterais com Portugal, que têm raízes muito longas, históricas. До недавнего времени наши отношения отличались устойчивой стабильностью, затем наступила непродолжительная пауза, и мы приветствуем настрой нового правительства Португалии на полномасштабное взаимодействие во всех сферах. Мы полностью такой настрой разделяем. Até os últimos tempos, as relações com Portugal foram muito estáveis, mas depois chegou alguma pausa, mas nós estamos contentes com a intenção do governo português atravessar esta pausa nas relações e estamos a compartilhar essa intenção. В июне состоялось заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Там рассматривались меры по преодолению негативной тенденции в товарообороте. Рассчитываем, что все это будет выполняться. No dia 29 de junho foi realizada uma sessão da Comissão Mista em Lisboa, onde foram tomadas algumas decisões visando a atravessar esta pausa existente nas relações bilaterais e achamos que estes resultados vão dar certo. Ну и помимо этого мы готовы к политическому диалогу на всех уровнях, к поощрению межпарламентских связей, которые тоже стали оживляться, и, конечно же, к углублению контактов по линии Министерства иностранных дел двух стран. Estamos prontos para desenvolver a cooperação bilateral em todas as esferas, como no nível mais alto. Também estamos a apoiar o desenvolvimento das relações interparlamentares e estamos satisfeitos com o desenvolvimento das relações entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Разумеется, помимо двусторонней повестки дня, мы рассчитываем сегодня с вами обсудить ситуацию в мире, прежде всего в Европе, задачи в области борьбы с терроризмом, которые сейчас являются, по нашему убеждению, абсолютным приоритетом, и наше взаимодействие в международных организациях, как в Европе, так и в глобальном масштабе, прежде всего в Организации Объединенных Наций. Além das relações bilaterais, nós estamos prontos para discutir também algumas questões da agenda internacional, inclusive a nossa cooperação nos organismos internacionais, a situação na Europa, com o acento especial para o combate ao terrorismo. И сотрудничество в международных организациях. И о наша кооперация в организмах интернациональных. Прежде всего в Организации Объединенных Наций. В первую очередь на организацию даже на Союз Унидаш. Добро пожаловать еще раз. Бенвинду, сеньор министр. Muito obrigado и muito bom dia. Um prazer. Добрый день. É um prazer estar em Moscovo. As relações políticas entre Portugal e a Federação Russa são relações muito sólidas, desde que Portugal fez a transição para a democracia, que foram estabelecidas relações diplomáticas e políticas que têm estado muito sólidas. Мне очень приятно побывать в Москве. Я рад констатировать, что отношения между Россией и Португалией развиваются на твердой базе с тех пор, как мы восстановили дипломатические отношения после того, как Португалия перешла к демократическому режиму. У нас установились отношения, основанные на твердой последовательной базе. На sequência das eleições parlamentares realizadas em Portugal em outubro do ano passado, foi formado um novo governo,
Houve naturalmente um pequeno compasso de espera e a minha visita aqui significa retomar as relações políticas e diplomáticas ao mais alto nível, agora entre conduzidas pelo novo governo português. После того, как в октябре прошлого года в Португалии произошли парламентские выборы, было сформировано новое правительство, после чего совершенно естественно последовал некоторый период затишья и ожидания. И вот сегодня, спустя немного времени, я осуществляю этот визит в Российскую Федерацию, что подчеркивает, какое значение придает моя страна развитию политических и дипломатических отношений с Россией. Neste ano de 2016 foram realizadas já as consultas políticas ao nível dos diretores políticos, foram já realizadas também visitas setoriais, designadamente o ministro da Agricultura português pôde visitar a Rússia em fevereiro do ano passado, numa revisita muito produtiva. E agora, no dia 29 de junho, foi realizada a comissão mista entre Portugal e a Rússia. Logo, as condições estão criadas para que esta visita e esta reunião de trabalho ao nível dos ministros dos negócios estrangeiros possa cumprir o seu objetivo, que é dar um novo desenvolvimento às relações políticas, económicas e culturais entre os dois países. Состоялся целый ряд важных встреч на разных уровнях. Мы провели политические консультации на уровне политических директоров наших министерств иностранных дел. Состоялось несколько визитов в различных секторах экономики. Так, например, в Москве побывал министр сельского хозяйства Португалии. Это был очень плодотворный визит. 29 июня состоялась межправительственная комиссия между нами. Таким образом, я полагаю, что созданы все предпосылки и самые благоприятные условия для того, чтобы этот мой визит увенчался успехом, и мы провели отличную рабочую встречу на уровне министров иностранных дел.